Чтобы сделать фото орангутана на острове Борнео, путешественник Юрий Тедаков 3 дня бродил по джунглям. Эти животные живут только в этом месте и очень пугливы. Контакт удалось найти с помощью бананов. После угощения модели охотно фотографировались. Таких историй у путешественника сотни, и часть из них он показал на фотовыставке «Поединок с природой». Вы знаете, мир такой интересный, разнообразный. Такие уголки земли у нас. И в России, Камчатка, остров Врангеля. Это же можно ездить, смотреть. Из 1000 фотографий на выставку отобрали почти 200 самых ярких. На них ландшафты и животные со всех уголков света. От саванны до берегов Северного Ледовитого океана. Каждое фото и риск, и тщательный поиск кадра. Неподалеку от этого медвежонка за кадром его суровая мама. Путешественник только потом выяснил, что оказался от их лежанки всего в 7 метрах. Он сумел передать, что главное, наверное, в взаимоотношении человека и природы сегодня – это любовь, это великая любовь ко всему, что тебя окружает, это уважение, признательность. Меня восхищает то, что Юра показывает как бы эту природу изнутри. Не так просто со стороны, а близко, как терпеливый наблюдатель. Я всегда мечтала побывать в саванне в Африке, и вот здесь много фотографий, которые вот представлены эту местность. Мне вот прям они очень понравились. Скоро путешественник поедет в Антарктиду. Он всегда мечтал сфотографировать королевских пингвинов. Летом Юрий Тедаков вновь отправится в Африку. Лариса Шлафаст, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.